В Махачкале установили рекорд по самой массовой утренней зарядке. Стадион Елены Исимбаевой собрал более 9000 человек. Участие в акции мог принять любой желающий, люди всех возрастов. Флешмоб поддержали известные спортсмены, представители власти, а также общественные деятели. Сертификат, подтверждающий рекорд России об установлении самой массовой спортивной зарядки. Здесь написано количество участников 9000 человек. Но сегодня нашим экспертным коллегам, которые стоят сзади вот в манишках желтых, зеленых, зафиксировано 9545 человек. Друзья, давайте все вместе еще раз активно поприветствуем друг друга здесь сегодня. И обещаем начинать каждый день утро с чего? Зарядки! Отметим, что спортивная акция проходила в рамках флешмоба «Начни утро зарядки», запущенного проектом «Трезвая Россия» и Министерством молодежи Республики. В дальнейшем эстафету передадут другим субъектам России. Это очень хорошая акция, она в первую очередь несет такую важную миссию. Мы говорим о том, что спортом заниматься можно и спортом заниматься нужно. Для этого не нужны какие-то триллионы или какие-то супергигантские проекты. Мы говорим о том, что гимнастика – это такая хорошая, правильная штука, которую нужно популяризировать. И в этом плане мы видим сегодня успешную акцию, которая, безусловно, поддержана обществом. А это самое главное – это гражданская инициатива.